Там Так, на всем привет, градитке это у меня, экстренное возьмите. включение. Сегодня мы расскажем, почему все-таки слетел Да. Роблокс. Да, вот так. Ага. Вот так. Угу. Так, в общем, да. Да. Давайте сразу. Роблокс Ага. слетел у нас прям пару минут назад. Вот, доказательства. Мы Ага. обновляем страницу. Ну, не густо. Тут Ага. даже не грузит плейсы никакие. Я не говорю там уже зайти У меня на сам грузит. сервер. Он вообще не подбрасывает плейсы. Так, в общем-то, да, вот так. Видите, актив очень маленький. Так, сейчас я расскажу вам, почему уже за каждые где-то 2 недели эта фигня происходит. В общем, так, ладно, вырублю, пожалуй. Короче, PetSim, это довольно-таки самый сейчас известный симулятор в Роблоксе. И поэтому его очень часто обновляют нам, добавляют новых пэтов, вот это все. Когда происходит обнова, на него залетает чуть ли не до 1 000 000 человек, сервера Роблокса просто лопают и не выдерживают. Ну, да, это жесть была. Мы просто снимали, сейчас я вам покажу этот фрагмент сам. Вот так вот. Сейчас будет самый сложный этот. Новый уровень, так сказать. Новый уровень. Сейчас амбуш вроде. Или амбуш. Амбуш или но... Амбуш! Да ты... Да вот смотрите, я не могу зайти! Всё, капец. Роблокс шандал. Роблокс Роблокс... Роблокс шандал. Роблокс шандал. Роблокс шандал за сервер! Ну ладно, вот именно фрагмент. Я думаю, я вам чуть-чуть объяснил, так что не планируйте каких-то особо важных действий в Роблоксе, если ожидается обновление в PetSim.